четвертая пара доиграла, где Московский, уступая по ходу 15 очков. 15 очков уступая. Все-таки смог вернуться в игру и выиграл с большим преимуществом. С нами один из самых агрессивных игроков лиги. Александр Левцов. Ладно. Здравствуй, Александр. Че, ладно, стесняешься? Немножко. По кличке Стальные Челюсти. Когда меня так назвали, очень интересно. Да, что отсутствуешь, что пропускаешь игры? Ненавесил. Вот, видишь, поэтому пропускаю. Александр ненавесил Левцов. Что пропускаешь игры? Тебе не хватает твоих мощностей, где твои данки? Слушай, подустал чуть-чуть лет, мне сейчас работать. Тяжеловато, скажем так. Да, вот поэтому... Тренировки не пропускаешь, ну, наверное. Тренировки для тех, кто играть не умеет. Ну так это, между нами. То есть ты пока не в форме, да, ты, наверное, ссылаешься? Пока, нет, как бы в форме, но все-таки на всю игру не хватает, скажем так. Поэтому данки твои в течение последних трех игр не ждать, да? Тут три игры, последний тур и полуфинал-финал. Посмотрим. Я надеюсь, сегодня зарядился энергией на следующую игру. Тем более с Мати играем, команда сильная очень. Вот. Следующая? По-моему, да. По-моему, вот следующие выходные играем, насколько я знаю. Я еще не видел расписание, ничего не могу сказать. Ну вот, вроде бы. Ты посещать, ты планируешь или опять с работы там загрузка? Да, да нет, планирую. Ну ты в курсе, да, вы всех пока несете? Конечно. И, судя по всему, с первого места выйдете. Ну, будем надеяться, да. С другой стороны, если МГУ выиграет в следующем туре, скорее всего, выйдет на вас. Ради бога. Понятно, ладно, спасибо, давай. Под итог.